И к первой теме. Важный день для всех учеников и их родителей в этот раз выпал на вторник, 1 сентября. В этом году в Мирнинском районе за парты сядут более 10 тысяч школьников. В условиях пандемии этот учебный год стал необычным для школьников, учителей и родителей. Линейки проводились только для первоклашек, для остальных – онлайн. В удачном торжественная линейка прошла на школьном стадионе с соблюдением санитарных норм. Для родителей отвели специальную зону в районе трибун. Каждого обязали надеть маску. Пока первоклашки не знают, что их ждет впереди, но уже сейчас они мечтают о своей будущей профессии. Скажи мне, пожалуйста, как ты готовилась к школе? Я покупала с мамой бантики в магазине. Скажи, ты хочешь школу? Очень. У меня там много друзей будет. А кем ты хочешь стать? Ветеринаром, потому что я очень люблю домашних животных. Предметы, по которым учащиеся сдают экзамены, учителя будут преподавать в Мирнинском районе только очно. Время уроков сократят до 30 минут. Со 2 сентября горячее питание для детей с 1 по 4 классы будет бесплатным во всех школах. Это федеральный проект, поэтому он, конечно, будет обязательно реализован. И второе финансовое нововведение – это увеличение оплаты за классное руководство на 5000 рублей.